Добрый день, с вами снова Саймон Нейл, и мы продолжаем играть в Кризис в Кремле. У меня офигенно темно. Ночь. Я пробовал пройтись по линии ОГАЗ, и меня там нагнули, так что мне стало немного обидно. Краем уха будем слушать. Деньги есть. В стране все хорошо. Так, деньги появляются. Мы должны их активнее вкладывать в золотовалютные резервы, одновременно оказывая широкую военную поддержку нашим союзникам в Африке. Другого выхода у нас просто нет. Так, ничего типа не произошло. Ладно. Давайте-ка мы вбросим немножко денег в экологию. Экология нам нужна. Все спокойно. О, хорошая прибыль. Вложим десятку в импорт сельхозтоваров. Я надеюсь, это поможет поддержать китайскую экономику, экономику вообще стран. ОВД, СЭФ. Так, ну и в госстат. Плюс хочется верить, что надо куда-то положить дополнительно. А куда мы можем это сделать? Компьютеризация меня устроит. Съезд КПСС 90-го года. Ну, ударим на умеренных. Кто у нас вообще остался-то? Эти все выбыли. Такой Громык и Гришин остались. Так, возвращаемся к Африке. Так что будем ту же Замбию поддерживать в ее борьбе с капиталистами. Единый Йемен. В 80-м году, после того, как консервативный коммунист генсек Абдаль Фаттах уехал на лечение в Москву, ему на смену пришел Али Насер, начавший умеренные экономические реформы и налаживание торговых отношений с соседями и арабскими странами. Однако в 85-м году уехавший генсек вернулся, и между новым и старым лидером началось противостояние. Короче, друг друга поубивали, маленькая гражданская война, и теперь нас просят решить ситуацию. Пускай объединяются, мы потеряем от Мосула страну, но получим немножко денег. Деньги сейчас на ближайшее время понадобятся очень сильно. И мы это вбросим... Нет, не в социалку. Видишь же ты, сфера услуг. То, что надо. Ну-ка, Академия наук. Переоснастим КГБ. Ну, это из бюджета покроем. Кстати, что у нас с Индией? Индию принимаем в СЭФ. Конфликт в Югославии. После проведения демократизации рыночных реформ национальный вопрос в Югославии обострился. Правительство Анте Марковича не смогло справиться с межнациональными спорами и экономическим кризисом, вследствие чего власть перешла к Милошевичу. Ну, помню, да, Слободан Милошевич. И про военные фракции. Разгорелся полномасштабный военный конфликт. Так, поддержим правительство Слободана Милошевича. Мы признали легитимным правительством Милошевича, заключили с ним дипломатические, экономические, торговые отношения. Выслали ему партию оружия. Это из бюджета будем покрывать из золотовалютных запасов. Почти конкуренты. Теперь, когда мы укоренились у власти, благодаря нашим спецслужбам и компромату, можем пытаться устранить остальных наших конкурентов. Давайте ударим по консерваторам. Консервативные фигуры слабеют. Где это у нас? Ну вот парни, да, нас ослабели. Мы их теперь выбиваем. Так, 18. Десятку заложим в госстат.
не сложил ни мужик. Некоторая группа экономистов совместно с умеренными настроенными. В общем, часть экономистов и партаппарата говорят, что надо отменить обязательно воинскую службу. Короче, дескать, это пожирает много денег, люди занимаются не пойми чем, то есть не развивают, допустим, свои качества, как интеллект. А генералы говорят, что если это сделать, то в стране придет кирдык, потому что армия слабеет, а молодежь будет антиобщественной. Короче, мы ничего не делаем. Студенты и выдающаяся молодежь продолжают призываться в армию, отвлекая их от обучения и отдаляя от полноценного участия в советской науке. Ну что поделать? Время такое. Польский кризис. Польская экономика переживает не лучшие времена. Стагнация, огромный внешний долг в более 20 миллиардов долларов – непосильная ноша для польского руководства. Всемирная экономия, в том числе и на жизнь населения, уже не позволяет справиться самим. Выделим колоссальную помощь. Как вы понимаете, это все пойдет вот отсюда. Будем покрывать. Реквием по Косыгину. Товарищи предлагают продолжить свернутую косыгинскую реформу по децентрализации и отделению экономики от идеологии. То есть это позволит нам увеличить темпы роста экономики, но сделает нас зависимыми от внешнего рынка. Парни, нет. Мы их раскритиковали и не приняли идеи. Госстат у нас едва-едва живет. Так, конец гегемонии доллара. Радикально левое крыло предлагает отказаться от использования доллара во всех сферах государства и торговли и оставить лишь рубль, сбросив всю накопившуюся валюту в раз на рынок. Ну типа много долларов и копиться должно быть. Если текущий метод удачный для этого, то американская гегемония обвалится, а если нет, то сильный удар будет нанесен по нам. Откажемся от идеи. Не хочу экспериментировать. Это в госстат. Все спокойно, меня устраивает. Кстати, наши друзья здесь как себя чувствуют? Нет, не получается. Все хорошо. Все спокойно. Нормально. Давайте-ка мы перейдем к Сорму. Ага, базы данных у нас будут на каждого гражданина. Нормально. Все спокойно. Окажем военную поддержку Судану и Замбии. Денег у нас не густо. Так, ничего не произошло вам в очередной раз. Такая вот грустная история. О том, как в Советском Союзе ничего не происходит. О, все хорошо. Так, Гондурасу можно помочь. Гватемале, Коста-Рике, Ямайке. Вся Африка красная, практически. Мы немножко с вами расширим масштабы поддержки. Но всех мы не будем помогать им всем. Слишком много проблем. Отлично. 20. Забросим сюда. Десятку мы отправим куда-нибудь. Сферу, давайте экологию. Так, все спокойно. Так. Ага, хорошо. Кению мы не трогаем. Заиру помогли. Уганде. Замбии.
Зимбабве. В общем, так вот. Сюда тоже не полезу пока что. Я к этому не готов. Давайте-ка десятку положим куда-нибудь в экономику. Ага, все спокойно. Ага, золотая запасность восстанавливается постепенно. Что у нас осталось? У нас есть компьютеризация, которая требует дополнительных расходов на себя. Окончание пятилетки. Так, мы оставляем все без изменений. И опять-таки это все из бюджета уйдет. Гражданская война в Эфиопии. Эфиопия, наш верный союзник, терпит поражение от повстанцев. Лидер вынужден пойти на частичные уступки, подтвердить мнимую демократию. Так, все из-за того, что деньги были направлены на торжественное мероприятие через десятилетие Дерга. Угу, здорово. Все, оппозиция там у власти стоит. Все из этих кретинов, которые вложились в себя. Точнее, не в себя, а, ну, вы поняли мысль. Потратили на праздники. Сербские общины. При правлении Тита в Югославии проводилась политика расселения народов между республиками для ослабления межнациональной напряженности. Однако Тита скончался, а сербские общины остались и в Хорватии, так и в Боснии. В общем, злобные сербские, ой, хорватские усташи и боснические мусульмане теперь режутся с христианскими сербами, и все плохо. Мы поддерживаем независимость сербских общин. Так, поддержали права сербов на самозащиту, выслав им оружие и военспецов. Вследствие нашей помощи хорватские и боснийские силы были разбиты в боях. Лидерам пришлось отступить и прекратить все нападки на сербов. Договор с КНР. Только дипломатия. Конфронтация усиливается. Ну, КНР вроде жива. Так. Буря в пустыне. Мы поддержим Ирак. Поскольку данная инициатива была успешно ветирована, Ирак и Кувейт, по настоянию наших советников, Саддам Хусейном был преобразован в Арабскую Федерацию с региональными боссийскими организациями. Великое освобождение, как битву вскоре назвали в Ираке, позволило стране избежать экономических послевоенных проблем. Нормально. Десятку сюда, и давайте-ка мы накинем. Надо экономику развивать дальше. Оккупация Кувейта. Влезшего в огромные долги, 40% которых приходилось на Кувейт, иракское правительство решило начать вторжение оккупацию Кувейта и его нефтяных источников. Совет Безопасности ООН готовится ввести санкции против Ирака. Так, наложим вето и поддержим Ирак. Что у нас тут вообще теперь? Вы видите, теперь они с нами. Но не шибко такая большая помощь нам. Блин, не могу оказать им поддержку, хочу. Окажем пока так военную поддержку им всем. Кении тоже вот накинем, хотя не хотел накидывать им сначала. Кучу словов отправили. Новый уровень угрозы. Начнем разрядку США. Опять минус деньги. Ну, госстат покроет. Так, в Мадриде прошли переговоры между Израилем и палестинскими организациями, на которых обсуждали соглашение об автономии для Палестины и, соответственно, прекращение войны. Так что вот, пускай подписывают соглашение, я не буду мешать. Отношения США выросли опять-таки. Продолжение сопартийца. Мы очень долго кормим страны Восточного Блока. Некоторые товарищи предлагают поставить вопрос ребром. Перейти в торговых отношениях, отказ от льготных цен и перехода к рыночным условиям. В общем, похоронить они предлагают СФ. Хрен вам.
Сеф мы не будем хоронить. Сеф с нами он должен быть. Да блин. Печально. Ну, накинем сюда тоже подкрепление, пока можем. Так, прибыль падает, но не страшно. Перестройка, наконец. Партийцы, некоторые экономисты, а также интеллигенция предлагают нам отказаться от плановой экономики, признав ее неэффективность. Переход на рыночную экономику, по их словам, позволит нам раскрыть неиспользуемый советский потенциал. А достойным людям жить по-настоящему достойно. Ну, понимаем, короче, партийцам, экономистам и интеллигенции. У них два варианта. Постепенный переход за 10 лет и быстрый переход за 500 дней. Короче, прощайте, парни. Сегодня проклятые контрреволюционеры, стремящиеся продать наш народ за копейку, получили по заслугам. В нашем доме есть и будет плановая экономика. А их нынешний дом – тюрьма. Гнить им там, параши. Так. Опс. Чуть-чуть денег накинули. Дальше. Блин, никакой гражданской помощи не могу оказать. Я все надеюсь, что у них там гражданская она закончится в этих странах. И мои сторонники победят. Все прошло спокойно. Ну-ка. Военную помощь им тут всем накинем. Так. Мои все никак не победят здесь, в этих странах. Я хочу вот эту вот линию получить стран. То есть, чтобы можно было дальше уже спокойно продвигаться по Африке. Так, десятку мы бросим в Госстат. Все прошло спокойно. Конец тирании Пиночета. В 90-м году, после того, как большая часть населения выказала недоверие Пиночету, кровавый диктатор, уничтоживший ранее демократию Альенде, наши трусные идеи, кстати, с идеей автоматизированной экономики и электронного правительства, вогнавшись в национальную экономику в зависимости от иностранных инвесторов, валюту в инфляции, население в бедность, вынужден был покинуть свой пост. Он остался главнокомандой, что если вы понимаете, да? Он по-прежнему здесь же. Чили мы не можем помочь. Увы, увы. Госстат. Держи еще денег. У меня есть 26 миллионов. Мы их бросим. Пока на счету подержим. Пускай пока просто посидят, потому что я думаю, что они могут нам пригодиться в любой момент. Контрас. Вот уже несколько лет продолжается война в Никарагуа. Так. Увеличим поддержку в Никарагуа. Все. Мы их разгромили. Сторонников американского правительства. И получили еще ряд стран. Где-то Никарагуа-то. Панаму вижу, а Никарагуа не вижу. Вот она, Никарагуа. Так. Ёшкин кот. Парни, мы своевременно в мою сторону перешли. Так. Тоже на север вкачать. Посмотрим, насколько можно тут вложить в плане военного отношения. Еще можно? Ух ты ж. Как мы тут вложились-то в нее. Все спокойно, деньги получили, десяточку накинем вот сюда. Так. Ну и толку ты сюда в тебя вкладывал.
Мадагаскар, она тоже к нам. Чтоб мультики про нас снимали. Чат, вот тебе поддержка. Ангола, ну вы понимаете, мы везде теперь. Но по-своему тут очень сильно теряем с этого плана оружия. Все прошло спокойно. На что я откладываю деньги, еще сам не понимаю. Давайте-ка двадцатку в госстат и десятку кинем куда-нибудь. На науку, допустим, есть еще ведь. Лицо номер два. Конечно, сталинистов оставим. Выбор 92-го года. Мы вмешиваться не будем. Так. Победил Джордж Буш. Пообещал покончить с советским влиянием, провести демократию во всему миру, да? Обеспечить процветание американской нации. Круто. Круто. Идеальный правитель против нас. О, америкосы уже начинают где-то хоть что-то пытаться оттеснить. И мы же начнем здесь потихоньку отстраивать эти страны. В общем, ожидать, что такой вот фрагмент удержать за собой. Потому что это будет здорово. Так, третья попытка. Болгария, наш верный союзник после отказа от третьего начала 70-х годов, но запрашивает возможность вступления в СССР. Давайте примем их в СССР. Все. Угу. Политические конкуренты. Давайте нанесем удар по консерваторам. До свидания по Югославии. Так. В общем, по просьбе хорватского, боснийского и косовского народов хотят ввести беспилотную зону в Югославии. Мы вышлем помощь сербам и наложим вето. Все. Они вот-вот вступят в СЭФ. Так что мы в этом отношении... Америку спросили. Так, КГБ, генералитет лояльное, левое крыло не до конца, понятно, Крым. Сепаратисты предлагают вернуть Крым из УССР в РСФСР, но это назад выступает не только левое, но и правое крыло, потому что это передача Крыма была личным решением Хрущева. Давайте без референдума отправим. Украинское руководство возмущено. Кремлевские игры. Видеоигры становятся все более и более популярными в их играть не только дети, но и взрослые. Предлагают сделать свою фабрику и видеоигры Кремлевские игры, которая будет делать идеологически одобренные игры. Только представьте, наши пионеры смогут поиграть за Чапаева или даже за самого Жукова. Потрясающе. Однако в нашей приставке будут встроены таймеры, которые будут автоматически включать приставку после 2 часов игры. Кровь это главное. Да, сделаем приставки. Че ж нет? Так, это из госстата погасим. Реставрация. Моссовет предлагает восстановить реставрацию постройки Дворца Советов на месте бассейна Москва, который уже к нашему времени стал работать нерегулярно и устарел. Но не все партийцы в Моссовете поддержат идею, считая, что такая постройка будет одной из самых дорогих строительных сооружений нашего времени. Оставим бассейн на месте. Инициатива же о сносе бассейна не просочилась широкой общественности, да жители Москвы не столь были заинтересованы этим вопросом. Москва вроде функционирует до сих пор, но с заметными перебоями. Игорь Тырков. Ну, вы помните, да, он против нас всяких гадостей пишет. Пускай пишет. Поет. Мы, кстати, мы же типа демократичны в этом отношении. Тут пока все более-менее адекватно. Европол, то есть аналог Интерпола предлагает нам пойти в него, но мы отказываемся. Ага. Защита от приезжих. Нет, мы не будем их на спид проверять.
нестабильность в Гаити, а ООН рассмотрит вопрос санкционирования операции в Гаити для низвержения военной хунты. А мы проголосуем против операции. Все, получили союзника, да, мы на Гаити. Кстати, вот Никарагуа осталось только здесь. Куба, Гаити. Олимпийские игры. Этот год был насыщен Олимпийские игры. Зимние придут во Франции, летние в Испании. И раз уж наши государства существуют, нам надо решить, как мы их встретим. Еще существует. Бойкот натовским играм. Блин. Хотел сэкономить деньги, их потеряя в итоге. А у меня не в Венесуэле. Воодушевленный общенародным подъемом, патриотически настроенный элемент среди младших офицеров схватились под руководством подполковника Уго Чавеса. 4 июня 92 года Чавес возглавил попытку с переворота в Венесуэле и просит вашей помощи. Окажем всестороннюю поддержку. Армейские колонны под командованием Чавеса вышли на улицы столичного Каракаса. Повстанцы сейчас планируют не захват власти, а ее переустройство. Так. Уго Чавес пришел к власти. Отлично. Новый уровень угрозы. Разрядка. Пока что мы покрываем это. Отлично. Преобразование СЭФ. Не так давно в Европе был подписан Маастрихтский договор создания Евросоюза, что натолкнуло сепаратистов на мысль преобразования СЭФ в подобный экономический союз с единой рублевой зоной. Ага. У нас нет денег, поэтому это все рискованно. Ага. Десятку накинем сюда. Письмо из Вашингтона. Товарищи представители американского правительства предлагают нам подписать договор, согласно которому они остановят деятельность СОИ и свернут все работы над ним. Ну хорошо, а мы сократим свое атомное вооружение немножко. Ёшкин кот. Ну-ка, что у нас здесь есть? Накинем какое-то всем оружие. Не можем? Нет, можем. Куча оружия. Всем. Поддерживаем свои марионеточные режимы здесь. Пусть бьются за нас. Курилы. Японцы просят передать им курилы. А мы откажемся от передачи курилов. Так что простите, парни, но не сегодня. Так, тут притык. Все спокойно. Так, десятку перебросим в госстат. Ага. Кстати, ничего не произошло. Столько очков науки пропадает. Электронные паспорта вырубаем. Все спокойно, опять-таки. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Так. ВПК-то все подрастает. Солдаты лояльны. Силка КГБ резко выросла благодаря последним преобразованиям здесь. Все спокойно. Это из бюджета черпнем. Десятку сюда же набросим. Инцидент на базе НАТО. Ужасное известие. 13 военнослужащих обвинены в изнасиловании 13-летней девочки на Окинаве, Японии. Инцидент приводит к массовым протестам населения против присутствия в Японии американских военных. Растиражируем это все. Пускай все знают, что делают америкосы на своих базах. Понравилось, нет? Ну, либерализация минус 12. Видимо, не понравилась эта идея. Так, подождите, 74 помощь. 63, 67.
Тоже беда. Уровень революции здесь тоже определенный может копиться. Так. Странно, просто чехардой такой переходит из рук в руки. Мексиканский кризис, а мы его игнорируем. У меня нет ресурсов туда лезть сильнее. Так, Академия наук, это дорого. Спутники, шпионы, НИИ. Так, возродим. Ладно, потом селекция, возродим уже. Вторая кубинская революция. Ну, попробуем диалог провести. Советский Союз выступил в роли посредника в диалоге мирной позиции режимом Кастро. При переговорах Кастро разрешил свободный выезд со стороны и пообещал населению лучшей жизни. Власть Кастро была стабилизирована. Ладно. Блин. Аральский вопрос. Прекратим использование воды, да, чтобы она... Так, восстановили притоки рек в Аральском море, что привело к упадку экономики и сельского хозяйства в регионе и ухудшению проблем с питьевой водой. Вот такая грустная история. Так, это мы не можем сократить. Сократим-ка мы с вами до 80. И до 70 урежем вот эту штуку. Тут тяжко все. СНВ-1. После посещения президента США Советского Союза было видно, что американцы готовы к дальнейшему утеплению отношений. Так. Мы откажемся подписывать этот договор. Потому что у меня денег на сокращение оружия. Корейский процесс. КНДР заявил, что собирается начать обогащение урана. Предложил отправить комиссию в КНДР, как все-таки моя дружественная держава. Они нас могут принять даже. Финский вопрос. Финляндия хочет направить агента для фальсификации референдума. Финны отказались. Ага. Да и ладно. Да ёкарная. Печально все. Китай хочет купить оружие. Продаем им все, что они хотят. Китайцы все купили, теперь готовятся к выходу в космос. Давайте, парни. Больше специалистов будут в космосе болтаться. Госстат. Положим туда 70. По деньгам. Остальное в экономику будем вкладывать. Увеличим социальную поддержку. Увеличим содержание солдат. Вооружение. КГБ нам нужно усилить. Так. Ага. В технологии. Так, экология меня беспокоит. И нам, чтобы бы не помешало еще коммуникации ВПК поднять. Ну, как видите, у нас особого экшена здесь не происходит в этой серии. Выживаем как можем. Так, хорошо. Лаос, ну ладно, мы с ней будем пытаться разобраться дальше. Всего хорошего, всем пока. Немножко скучная серия, но мы, по крайней мере, живы. У нас 93-й год, мы сделали уже, по сути, невозможное.
Спасибо.